Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Привет, мои принцы и принцессы. С вами дедушка Петель. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Сегодня хочу сделать заявление. Я придумал танец, который называется Петель Дэнс. Ну, можете называть его танец Санта-Клауса или Деда Мороза, как вам угодно. Evening has been and hoping that you drop. Ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like... Значит, этот танец я придумал для того, чтобы всем поднять новогоднее настроение, рождественский дух. Я хочу, чтобы как можно больше людей подключилось к этому челленджу, к этому марафону по хэштегу Петель Челлендж. Вы танцуете, а я, в свою очередь, 25 декабря отберу 5 самых веселых танцев. У себя, конечно же, размещу, причем, я думаю, я буду размещать как можно больше ваших танцев. Вот, и поздравлю лично в образе дедушки Петеля. Что такое танец Деда Мороза? Это... Знаете, были такие игрушки раньше, такие Санта-Клаусы, которые механически танцевали. Этот танец меня вдохновил своей простотой, своей легкостью. Значит, вы делаете 4 медленных движения бедрами вправо и влево. Раз, два, три, четыре. Небольшая пауза и раз, два, три, четыре. И можно, в принципе, в быстром темпе бесконечно танцевать. И... Танец можно исполнять и на корпоративе, и даже, не знаю, на эскалаторе в метро, и на катке, и танцевать можно со снеговиками, с друзьями, с директором, со своей женой, с детьми. Танцуйте, как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте лучше нас. Поднимайте свое новогоднее настроение, поднимайте свой рождественский дух, а я обязательно вас поздравлю. Я вас люблю. Пока.